Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Volkswagen Passat B6 2007 года выпуска. Двигатель 2 литра, бензин, передний привод. Пробег на автомобиле 158 тысяч километров. Заменю на нем задние отбойники с пыльником. Здесь пыльники оторвались от отбойника и упали внизу, болтаются. Пыльник крепится на отбойнике, видать, уже от времени, от пробития отбойники начали сыпаться, поэтому и отвалилось все. Поднимаю автомобиль, снимаю оба задних колеса и откручиваю амортизаторы. Поднял автомобиль, снял колеса. Вот он. Пыльник оторвался от отбойника. Ну, отбойник стлел. И также со второй стороны. Точно такая же картина. Здесь хорошо. Амортизатор стоит отдельно. Никак стойка снимать и менять легче. Достаточно открутить снизу одну гайку. Подпираем рычаг гидростойкой. И вверху откручиваем два болта. Здесь вот пыльничек сбоку, чтобы ко второму болту удобнее было подобраться. Наш локер Торксом Т25, откручиваем саморез. А вот теперь в сторону отводим и видим наш второй болт. Берем комплект фирмы Каяба. Идет на две стороны 91-00-56. Пыльник и отбойник. Вот место, на которое он одевается. Все. Устанавливаем. Откручиваем болт внизу. Там не гаечка, а болт на 21. Поджимаем немножко гидростойкой внизу. Напряжение с амортизатора сняли. Такой длинный болт. Очень забавно. Пришлось пружину немножко отжимать. Что-то немецкие инженеры перемудрили. Болт сделали длиннее.
Он упирается в пружину и все. И еще шайба с обратной стороны к цапфе. Ну ладно, мышь открутили, все нормально. Теперь откручиваю два болта вверху. Головка на 16. Держу амортизатор. Здесь на амортизаторе колпачок сверху. Поднимаем его и гайку на 16 откручиваем. В принципе, ничего тут сложного нету. Отбойник сидит просто в опоре. Беру амортизатор и откручиваю гайку. Беру новый пыльник с отбойником. Ставлю на место опору. И закручиваю гайку. Шток держу руками. Завожу на место новый отбойник. Все, у нас амортизатор собран. Ложить его не нужно. Устанавливаю на место. Чего-то тарахтелку какую-то завелись соседи. Закрываем капроновый колпачок и устанавливаем амортизатор на место. Болт я смазываю. Завожу его сначала в амортизатор. Одеваю шайбу. А вот теперь надо будет отжимать пружину. Все, пошла закручиваться. Буквально каких-то 3 миллиметра не дают болту нормально выйти и закрутиться. Ну, наживил, все нормально. Закручиваю, вернее, сначала наживляю верхние болты, тоже их смазал.
И закручиваю нижний болт. Пойду посмотрю, что там за тарахтелка. Ручной виброкаток или вибратор, как его сосед ложит, плитку тротуарную, песок прессует. Это надолго. Отпускаю гидроопору. Закручиваем саморез. Смазываю резьбу. Все, устанавливаю колесо и аналогичным образом иду, меняю со второй стороны. Со второй стороны я тоже заменил. Болт точно так же упирается в пружину. Но в целом меняется легко. На этом все. Замену отбойников и пыльников заднего амортизатора я закончу. Всего вам доброго.